Виктор, скажите, пожалуйста, вот каковы перспективы вот издания вот этих вот архивных документов, да, интереснейших, да, 70-х вот годов в основном, вот, которые свидетельствуют, как вот украинские писатели, да, закладывали своего коллегу, да, Олеся Берника? Сара, вы абсолютно правы, у нас тут действительно совершенно уникальные документы, и я очень благодарен Сливому архиву службы безопасности, который принимал активное участие в подготовке выставки и дал множество уникальных документов. Это документы руководства Комитета госбезопасности Украины, докладные ЦК партии, ряд материалов, касающихся уголовного дела по обвинению в антисоветской деятельности против Олеся Бердника. Все эти документы открыты. Я считаю, что общественность обязательно должна с ними ознакомиться, чтобы у нее не было ложных духовных авторитетов, чтобы она четко знала историю. Историю настоящую, а не скорректированную в соответствии с той или иной идеологемой. Поэтому обязательно все эти документы будут изданы отдельной книгой вместе с остальными материалами данной выставки. До издания книги мы их выложим в сеть, и в электронном виде с ними может ознакомиться каждый желающий. Я считаю, что это будет очень серьезное, это будет очень серьезно для понимания истории Украины, для понимания литературного процесса в Украине и, в конце концов, для понимания, кто что из себя представляет не только в Украине 70-х годов, а и в современной Украине, чтобы не было ложных авторитетов и чтобы, наоборот, те люди, которые проявили высокую духовность и высокое мужество, заняли свое место в истории и литературе, как ее занял Олесь.